Всем привет! Готовим домашние конфеты! Для приготовления конфет нам понадобятся финики. Мы их разрезаем с одной стороны, вот таким образом вдоль, и достаем аккуратно косточку. Если вы не любите финики или у вас их нет, можете использовать чернослив или курагу. Тоже получится вкусно. Теперь вместо косточек кладем орехи. В один финик войдет 2 небольших фундука, либо 1 миндаль. Буквально на 10 минут отправляем в морозильную камеру. На водяной бане растапливаем шоколад. Достаем охлажденные финики из морозилки и обваливаем их в шоколаде. С помощью 2 шпажек достаем. На холодных финиках шоколад застывает быстрее. И как только это произошло, берем по желанию белый шоколад, совсем чуть-чуть, и делаем сверху узор. Конфеты готовы! Давайте посмотрим, что внутри. Шоколад полностью застыл. Эта конфета попалась с фундуком, а это с миндалем. Приготовить их очень просто. Получается действительно вкусно. Готовьте с удовольствием. Не забывайте подписываться на канал. Делитесь рецептом с друзьями. Жду ваших комментариев. На этом сегодня все. Пока!